Блиц. Александр Александрович, вы декан экономического факультета, и я вас сейчас попрошу поставить зачет или не зачет, но, правда, не вашим студентам, хотя некоторые из них ваши прошлые выпускники. Доллар выше 100. Зачет или не зачет монетарным властям? Не зачет. Инфляция 6% и, очевидно, будет выше. Зачет или не зачет действиям Центробанка? 6% зачет. Выше? Не зачет. В целом, работа экономического блока правительства зачет, не зачет? Зачет. В целом, российская экономика в 2023 году зачет, не зачет? Я бы на пересдачу отправил. Еще раз проверил бы это обстоятельство. И в конце 2024 года мы будем жить лучше или хуже, чем в конце 2023? Я бы сказал, кто как, безусловно. Но в целом, если говорить о реальных располагаемых доходах, то они, скорее всего, будут снижаться. Но я надеюсь, что идеи про будущее будут все-таки пребывать. С вами Марианна Минскер. Вы держитесь. Со мной в студии доктор экономических наук, декан экономического факультета МГУ имени Ломоносова Александр Аузан. Александр Александрович, год назад, почти в это время, мы с вами сидели в этой студии, и я у вас спросила, каким словом вы могли бы описать произошедшее с российской экономикой в прошлом году. Вы тогда сказали «самовыживание». Прошел год, заканчивается 23-й. Каким одним словом или одной фразой вы можете описать состояние российской экономики в этом году? Смещенный рост. В каком смысле смещенный рост? Во-первых, результаты этого роста достаются тем регионам, которые десятилетиями ничего не имели. А во-вторых, сам источник роста очень изменился, потому что самым успешным вообще-то был ковидный 2021 год. Тогда, по нынешнему расчету Росстата, российская экономика выросла на 5,7%. Конечно, 2% надо отдать на восстановительный рост, но 3,7% все равно очень большой рост. За счет чего был рост тогда? Технологическая трансформация. За счет чего рост теперь? Государственные непроизводительные расходы. Поэтому источник роста сместился. И результаты у него будут другие, не сбалансированные в смысле макроэкономики, движения цен и так далее. Вот давайте подробнее об этом поговорим. В прошлом году, как вы сказали, экономика выросла, потому что сработала рыночная экономика. В не этом выросла, году, но почти не упала. Устояла, почти, да. Устояла, вы тогда сказали. В этом году сработали государственные деньги, так получается? В общем, да. Накачка государственных денег началась уже во второй половине 2022 года, но в 2023 мы увидели, что из этого получается. Потому что, мне кажется, у людей главное впечатление – это то, что доллар стоит 100 рублей. Да. Но это как раз событие, которая объясняется абсолютно другими факторами, и, с моей точки зрения, не главное, при том, что, да, девальвация, разумеется, вызывает рост цен на импорт и бьет по нашему карману, это понятно. Но это важно, но это не фатально, потому что фактически картинка перевернулась по сравнению с 2022 годом. Тогда, как вы помните, был тяжелый рубль, 50 рублей за доллар, потому что резко снизился импорт, а экспорт не снизился. Значит, рынки были переполнены доходами, валютной выручкой, и, соответственно, рубль оказался очень тяжелым, что было драмой для экспортеров. Они почти задыхались от того, что их издержки были слишком высокими, если пересчитывать их в доллары. А теперь прямо обратная ситуация. Импорт восстановился, а экспорт снизился. Притом не все доходы от экспорта попадают в Россию, потому что транзакционные издержки нужно обслуживать серый импорт, нужно
оплачивать эти схемы. Поэтому некоторые деньги не возвращаются, при том, что это доходы российских компаний. Плюс к тому, некоторые из них неликвидны или не совсем ликвидны, потому что, да, здорово, что мы поставляем алмазы и нефть в Индию, но зачем нам столько рупий? Куда их девать? Для этого нужно иметь клиринг, равенство торговых отношений со странами, с которыми мы перешли на расчеты в национальных валютах, а такое очень редко может случиться, равенство. Поэтому на поверхности то, что видят все, это 100-рублевый доллар и девальвация рубля, и скачок цен. Но на самом деле произошла гораздо более серьезная вещь в 23-м году. Началась в 22-м, а произошла в 23-м. Государственные расходы на что пошли? Разумеется, это в значительной части оборонно-промышленный комплекс. Это оплата контрактов военнослужащих. Это компенсация за ранение и смерть. И в основном это составило доходы промышленных, понятное дело, регионов, часть из которых регионы депрессивные. Иными словами, они десятилетиями не видели денег, не видели серьезной государственной помощи, не видели государственных инвестиций, а теперь там возникли хорошо оплачиваемые рабочие места. Это какие регионы в первую очередь? Это те регионы, где, разумеется, существует оборонно-промышленный комплекс Российской Федерации. С вашим позволением, я дальше уточнять не буду. Но очень удачную, по-моему, формулировку нашла Наталья Зубаревич, которая написала специальную работу «Новая экономическая география России периода СВО». Потому что в 22-23 что происходит? Мегаполисы немножечко проседают, прежние центры процветания чувствуют себя такими недомогающими. Это касается и газонефтяных центров, потому что, конечно, с продажами сложнее, чем было раньше. А вот те, кто десятилетиями стоял и смотрел на чужой успех, они как раз процветают. Там просперити, потому что, слушайте, страшно говорить, но 5 миллионов за смерть – это квартира. Ипотека пошла, кредиты пошли. Поэтому страна фактически раскололась. Потому что для кого-то то, что происходит с 22-го года – это трагедия. Потери фронтирного положения компании, отъезд друзей и коллег. А для кого-то это праздник, которого они ждали давно, праздник внимания, поддержки, да еще включения в мировую борьбу добра и зла. Не обсуждаем, да, кто как это понимает. Поэтому этот смещенный рост, он уехал в другие регионы, и есть ощущение справедливости такого. Потому что, ну как же, вот они смотрели на, как мимо них вагоны первого класса проносятся, да? 30 лет. А теперь и у них на улице праздник. Но, к сожалению, у меня нет ощущения, что снижение коэффициента Джини, то есть несправедливости распределения, неравномерности распределения в России, сколько-нибудь устойчиво. Потому что давайте подумаем, источник роста какой? Государственные расходы, которые создают рабочие места, создают спрос, поскольку заработные платы выплачиваются, компенсации выплачиваются, военные контракты выплачиваются, а предложение потребительских благ и услуг не создает. Что это означает? Это означает, что такой рост ведет к смещению, потому что у вас появляется большой необеспеченный товарами и услугами спрос. А дальше возможные последствия в виде роста цен. Инфляция довольно быстро меняет ощущение справедливости, потому что инфляция – это же налог на тех, у кого фиксированные доходы. Это означает, что пенсионеры будут проигрывать всем, бюджетники будут проигрывать частным компаниям и так далее, и так далее. И начнется перераспределение доходов.
в стране. Это если инфляция будет разгоняться. Пока, несмотря на девальвацию, предполагается, что 6-7% годовая инфляция, но мы понимаем, что по импортным товарам она больше, совершенно другая. Но надо признать, что есть товары, где она меньше. Понятно, что у каждого инфляция своя, как это говорится, точно. Но тем не менее цены растут, и люди это не могут получать. Но я бы сказал, что 23-й год – это еще не год, где главным является рост цен. Еще нет. Еще нет. Мне кажется, серьезные угрозы возникают по 24-му году. Вот, про 24-й мы отдельно поговорим. Давайте. Значит, я просто хочу уточнить, может быть, для зрителей. Значит, накачка экономики государственными деньгами. Вообще, в классической экономической теории считается, что государство неэффективный менеджер. Рынок справляется плохо, а государство справляется еще хуже. Это ваша цитата. Но применительно к России в 23-м году. Что получается? Накачка экономики госденьгами – это больше плюс или больше минус? Ну, знаете, как говорил один мой знакомый, много лет назад, все зависит от того, сколько денег у кого. Потому что накачка деньгами для тех, кому это деньги приносит, рабочие места, зарплаты, возможность покупать квартиры и так далее, нельзя сказать, что это плохо. То, что это создает серию проблем из-за смещения такого, из-за, я бы сказал, такого перелома со смещением, да, это создаст потом болевые ощущения, с которыми надо будет и экономистам, и регуляторам много заниматься. Поэтому для многих групп населения это хорошо, для будущего страны это скорее плохо. Вот такое смещение, то есть перекос экономики в сторону государства, если такая тенденция сохранится, а похоже, что она сохранится, значит ли это, что back in the USSR? Ну, конечно, что-то напоминает. Но я хочу напомнить, что рыночной экономики, легальной, по крайней мере, в СССР практически не было. Да, подпольно цеха существовали, а еще колхозные рынки, но это была дефицитная экономика, не рыночная, а мы имеем рыночную экономику. Поэтому я бы не увлекался пока историческими аналогиями, хотя надо согласиться, что теперь, кроме низких показателей роста, которые давно нам свойственны и напоминают 80-е годы века 20-го, появились еще признаки того, что да, работа есть, причем, заметьте, работа теперь есть практически у всех. Потому что официальная безработица на рынке 3%. Это так называемая фрикционная безработица. Это люди меняют работу, переходят. Считайте, что мы исчерпали этот потенциал. Поэтому, да, признаки аналогии с советским временем есть, но это другая экономика. Она технологически в чем-то слабее советской, а экономически, как рыночная экономика, она имеет некоторые возможности, которые в советской экономике не присутствовали. Несмотря на то, что происходит, несмотря на отток капитала и финансового, и человеческого, потому что, по некоторым данным, до 2 миллионов человек уехали из России, несмотря на санкции, на изоляцию, реально, на все остальное, давайте скажем, экономика... Да, вы правы, выдержит. До 2 миллионов уехали в 22-м году. Две мощные волны. Сначала спецоперации и после объявления мобилизации в сентябре. Но значительная их часть вернулась. Опять сошлюсь на расчеты Натальи Васильевны Зубаревича. Она считает, что в эмиграции из этих предположительных 2 миллионов осталось примерно 500 000 человек. Но вопрос не в количестве. Вопрос в качестве этих. Конечно. Потому что это очень нужные России мозги. Именно для развития нужные. Причем, хочу подчеркнуть, давайте мы все-таки посмотрим трезво и не трагедизируя. Был большой успех 23-го года. Сейчас скажу, какой.
На фоне остального это не выглядит большим успехом. Но я бы сказал, если идет сползание к худшему, то любая явная приостановка такого сползания – это, конечно, успех. Я имею в виду введение 13% налогообложения тех, кто работает из-за границы. То есть сохранение в российской экономике, в российских компаниях, уехавших. Вокруг этого шла такая же серьезная борьба, как вокруг вопроса о мобилизационной экономике, о национализациях и так далее, и так далее. Я напомню, что правительство вносило законопроект о 30% обложении, забирало, вносило 13%. И я считаю, что в том числе то, что мы... Экономисты криком кричали, что мы потеряем главный ресурс развития, мы потеряем человеческий капитал, который России как раз создал наивысший шанс, все-таки это подействовало. Потому что внутренняя борьба вокруг этого вопроса все-таки привела к тому, что власть скорее старается вернуть этих людей в экономику. Но вообще вы правы, что ситуация, конечно, для роста не хороша, потому что от чего бывает рост? Давайте посмотрим. Есть такая формула экономического роста SOLO. Вот там уже 50 лет экономисты ею пользуются для того, чтобы увидеть, какие факторы, как влияют на рост. Вот все классические факторы этой формулы у нас, к сожалению, блокируются. Именно поэтому я все время говорю, давайте смотреть на так называемый остаток SOLO. Там есть белое пятно, где факторы роста должны быть, но непонятно какие. Вот поэтому мы, может быть, потом про это поговорим, но по классическим факторам роста все, конечно, не выглядит нехорошо. Потому что, ну что, доступ к капиталу. Доступ к капиталу, конечно, резко упал. Это не значит, что в России нет денег. В России много денег. Я бы сказал, часть их лежит в заднем кармане брюк, который называется Дубай. Но денег много. В каком смысле? Ну вот для того, чтобы фондовый рынок рос, он растет. Заметьте, все это время растет. Но не для того, чтобы реализовывать действительно крупные многолетние проекты. Вот к такому капиталу доступ потерян и вряд ли... Юг и Восток могут обеспечить такой доступ, потому что это очень сложные закрытые рынки. Что там дальше? Труд. Ну, с трудом вообще беда. Мы полностью исчерпали возможности расширения за счет труда. Потому что демографическая яма, узкое поколение приходит на рынок труда. При этом отъезд людей. Все. Мы дальше не можем расти в остальных направлениях, потому что не хватает рабочих рук. По идее, вот хороший момент для, во-первых, роста зарплат. Деваться-то куда? Раз люди в дефиците, значит, будут деньги прибавлять. А раз это становится все дороже и дороже для бизнеса, то бизнес должен искать способы роботизации. Он должен, по идее, новые технологии внедрять. Должен. Но только доступ к технологиям-то тоже перекрыт в значительной степени, если говорить о критических технологиях. Потому что любые современные технологии – это микропроцессоры, это чипы, которые Россия производит, но не той скорости и экономически... Это, я бы сказал, неоправданно. Это создает устойчивость основных критических технологии, то есть Россия, в общем, может их удержать. Но роботизацию массовую провести, вот я не уверен, что для этого есть элементная база. Поэтому ситуация, конечно, не очень хорошо выглядит, хотя давайте опять немножечко подсластим пилюлю, похвалим 23-й год еще за одну вещь. Хай-тековские российские компании живы и способны производить новые продукты. Именно в 23-м появились два российских GPT – Яндекса и Сбера. Это факт, который, в общем, на уровне GPT-4. То есть технологический прогресс, нельзя сказать, что он остановился. Думаю, что такие, как бы правильно выразиться, страсти вокруг Яндекса
связанные в частности с тем, что такие перспективы роста. Вот давайте поподробнее как раз. Не могу вас не спросить про компанию Яндекс, главный IT-гигант российский. Не до конца понятна судьба этой компании. Вы возглавляете консультативный совет Яндекса. Расскажите, какая сейчас там ситуация в компании? Работает компания. Понятно, в чем трудность. В прежние мирные времена самым правильным для растущей российской компании было глобализироваться. Использовать возможности доступа к мировым рынкам капитала, технологии. Так делали все. Так делал Яндекс, так делал Mail.ru, нынешний ВК. Так делал Сбер. Но Яндекс, кроме всего прочего, имеет статус голландской компании. И, повторю еще раз, для прежних времен ничего особенного в этом не было. А вот для новых времен это стало тяжело решаемой проблемой, потому что, разумеется, не может в России одна из главных технологических компаний, вы сказали главное, я бы сказал, что в Сбере бы возразили. Да? Потому что тоже сделали GPT, там, мобильный банкинг и так далее, и так далее. Поэтому все-таки у нас технологические компании, нельзя сказать, что пруд-пруди, но немало. Они есть. Так вот, конечно, технологическую компанию нужно русифицировать, нужно провести вот эту реструктуризацию. Поэтому, мне кажется, тут много всяких факторов, в том числе политических, которые пусть политологи комментируют, а не экономисты. Мне понятна формула разделения иностранного и российского Яндекса. Я понимаю, что они договорились не конкурировать, поделить проекты и не конкурировать по странам и по проектам. Это вполне возможные вещи. Российский Яндекс, кстати, нельзя сказать, что он ушел на чисто внутренние дела. Нет. Яндекс продолжает продвигаться на иностранные рынки. Только раньше он был в Лондоне и Париже, а теперь он в Латинской Америке и в Африке пытается заходить на новые рынки. Но он идет. А экономическая борьба вокруг и, я бы сказал, иногда неожиданные заявления и странные комментарии связаны с тем, что это же очень вкусно. Всем понятно, что Яндекс, сохранивший жизнеспособность, он будет расти в разы. Потому что он остался глобально конкурентоспособной компанией. А как раз момент реструктуризации – это момент входа в капитал компании. Поэтому это хочет и менеджмент. И я считаю, что менеджмент на это имеет законное право, потому что они эту компанию поднимали, и они эту компанию не уронили. Разумеется, российские инвесторы, состав которых не оглашен, но мы можем догадаться, что это крупнейшие и широко известные люди. Поэтому я очень надеюсь, что до конца 2023 года сделка будет завершена, и Яндекс в 2024 будет работать уже как полноправная российская компания, по-моему, с хорошими технологическими перспективами. Возвращаясь к экономике, вот сейчас есть две полярные точки зрения на российскую экономику. Одна – это преимущественно точка зрения российских властей, что экономика восстановилась и даже растет. А вторая – противоположная, что российская экономика медленно ползет в пропасть. Кто прав? Давайте так. По цифрам российская экономика восстановилась, она не очень упала в 2022-м, что было как раз главным событием года. Выживание прошло чрезвычайно успешно. И результатом 2023 года будет рост, я думаю, 2,5% роста, предполагаемые Министерством экономического развития, могут быть и не достигнуты, потому что инфляция растет. Инфляция, она тормозит такого рода позитивные процессы. Но все равно рост будет. Поэтому можно ли сказать, что экономика восстановилась и растет? Можно. Теперь, если говорить о том, это хорошо все,
пожали друг другу руки, разошлись по домам, стали ждать результатов, дальше будет очень много головной боли. Почему? Рост смещенный. Я бы сказал, рост во многом искусственный. И давайте как раз про возможные последствия. Потому что раньше я, например, думал, что главной проблемой 2024 года может стать бюджетный кризис. Хотя бюджетный кризис не так уж и вероятен в 2024 году. Потому что, вы знаете, российский бюджет, он имеет еще несколько линий поддержки. Еще, возможно, внутренние заимствования. Честно скажу, возможный рост налоговой нагрузки. Потому что это еще не крах рыночной экономики, если будет расти налоговая нагрузка. Это, конечно, плохо, тяжело. Потому что у нас же главные такие невидимые течения, которые ухудшают нашу жизнь, они связаны с двумя обстоятельствами. Это рост транзакционных издержек, потому что логистика все время осложняется. Санкции как сказываются? Раньше возили через третью страну, теперь нужно через четыре страны возить. Раньше возили из Армении и Турции, теперь придется из Аргентины и Бразилии. Разница. И вот эти издержки все время нарастают. Все время нарастают технологические риски, потому что какое-то оборудование выбывает, где-то перекрывается, скажем, доступ к программному продукту. Пожалуйста, нынешней истории вокруг запуска, дистанционного запуска двигателя в BMW, отопления. Угу. Нету. Все, с 25 сентября BMW не отапливаются, потому что такие технологические риски вроде не катастрофа. Ну, полушубочки придется надевать. Но такого рода риски, их много, они рассеяны. Если к этому добавится еще увеличение налоговой нагрузки, то, конечно, экономика может начать задыхаться. Но, еще раз скажу, не это главная проблема. Вот не это. А в чем главное? Смотрите, что получается. Рост наткнулся, как я уже говорил, на то, что труд исчерпан. Этот ресурс, все. Причем не на 23-й год, а и на последующий. Нету больше свободных рабочих рук. Значит, дальше что будет происходить? Если не остановится кредитование, не снизится резко, то будет переманивание, перекупка сотрудников, что для сотрудников на первый взгляд будет хорошо, но я вам скажу, что будет дальше. А дальше будет не только разрыв в доходах, особенно по сравнению с бюджетниками и с теми, кто в оборонке работает тоже. Но будет еще одна вещь. Может развернуться инфляционная спираль. А вот эта вещь страшная. Я думаю, что нынешние такие молодые поколения просто не помнят 90-е годы, как работает инфляционная спираль. Это тяжелая история. Когда зарплата растет, цены растут. Зарплата растет, цены растут. И вот это, мне кажется, главная угроза 2024 года. Насколько это реально? Ну, давайте посмотрим. Там же есть другие варианты. Я бы сказал, что Центральный банк хорошо видит эту проблему, с моей точки зрения. Сейчас скажу, почему. У нас тут в сентябре лекцию для наших студентов прочла Эльвира Набиуллина, наша выпускница и первый представитель попечительского совета нашего факультета. Очень, надо сказать, классную лекцию прочла, последовательно объясняя многие вещи именно по главным спорным деликатным вопросам. И в частности, очень четко, на мой взгляд, сказала, почему не боится того, что высокая ставка Центрального банка создает запретительное кредитование. Вот это и была логика. А куда вы кредиты денете, если у вас труд закончился, ресурсов больше нет? Куда? Раскрутить инфляционную спираль? Это гораздо опасней.
Есть ли другие варианты, куда денутся вот эти лишние деньги? Я напоминаю, у нас две причины вот этих трудностей 24-го года. Первая – это исчерпание рынка труда, а вторая – то, что государственные вложения непроизводительны и создают спрос, не создавая предложения на потребительском рынке. То есть вот этот навес растет. Поэтому есть риск инфляционной спирали, но есть другой вариант, на мой взгляд, менее страшный. Хотя это пузырь на рынке недвижимости. Мы же видим, цены уже пошли. Потому что, а куда вот эти деньги вложить, если рост спроса произошел, а предложение не расширяется? Ну, давайте квартиры покупать. Вот этот пошел рост. А если этот пузырь лопнет, то понятно, сколько семейных трагедий, потому что ипотечная квартира – это массовое теперь явление в России. Поэтому сколько будет социальных напряжений в этом случае? Есть третий вариант. Нужно дать инструмент вложения денег, приватизацию провести каких-то объектов. Ну, готовы ли на это власти? Нет. Ну, знаете, я сказал как. Если, может быть, есть какой-то четвертый вариант, я в данный момент не вижу. Поэтому, пожалуйста, если вы предпочитаете инфляционную спираль, но Центральный банк явно этого не хочет. Вы хотите пузырь для рынка недвижимости? Похоже, что тоже нет. Ну, что вы еще можете дать? Золото покупать? Да, в России золото есть, в России золотопроизводящая страна, но это недостаточная емкость рынка для того, чтобы снять вот эту вот растущую проблему смещенного роста. Поэтому я не исключаю, что будет что-то вроде приватизации тех или иных объектов. То есть, если приватизации не будет ни в каком виде, то 24-й год обещает быть очень сложным. Либо инфляционная спираль, либо пузырь на рынке недвижимости. Я хочу напомнить, что я не макроэкономист, я институциональный экономист. То есть, я в основном смотрю, как это влияет на институты, на правила, по которым мы живем и по которым не живем, на ценности. Может быть, макроэкономисты скажут, ну, мы знаем, как решить эту проблему. Может быть, они сейчас сидят и обсуждают. Но я вижу, все-таки, да, правда, я декан экономического факультета и думаю про многие вещи и разговариваю со многими людьми. Я вижу ситуацию так. Мне кажется, что выбор устроен примерно так. Хотя, наверное, кроме приватизации, могут быть еще какие-то инструменты. Но пока их не видно. Если мы говорим про вот этот самый негативный сценарий раскручивания инфляционной спирали, это о каких цифрах инфляции идет речь? Это может быть двузначные, естественно? Значит, вы знаете, я верю в этом смысле в нынешнюю команду Центрального банка, тем более, что большинство из них выпускники нашего экономического факультета. Поэтому я думаю, что они инфляционной спирали не допустят. Но не только все в их руках, мы же понимаем. Ну, как вам сказать? В их руках много. Поэтому, в общем, это инфляция – это главная, а с их точки зрения вообще единственная задача KPI, да. Банк России. Да. Поэтому, пардон, вот это уже им за это отвечать. И я думаю, что они найдут средства торможения инфляции, по крайней мере, до того уровня, чтобы она не завернулась в спираль, вот в такой в смерч. Но если мы говорим про 2024 год, не могу не сказать еще про то, что в следующем году в бюджет заложены рекордные военные расходы. 11 триллионов рублей без малого. Значит ли это, что уже начался переход к мобилизационной экономике? Или еще нет? Или мы стоим на развилке? Я бы сказал, что мы по-прежнему стоим на развилке. Давайте поймем, что такое переход к мобилизационной экономике, точнее говоря, что такое мобилизационная экономика. Понятно, что у любой экономики есть какая-то доля военных расходов, или, говоря по-русски, гособоронзаказа. То есть наличие какого-то сектора, финансируемого государством, в
как армия и вооружение для армии, это нормально. Но вопрос 6% размера... ВВП это много. Подождите, подождите. Теперь рассуждаем дальше. Конечно, в условиях военного конфликта это расширяется. Да, это минимум вдвое расширилось. Значит ли это, что сектор растет? Конечно. Значит ли это, что наша экономика стала мобилизационной? Нет. Сейчас скажу почему. Потому что мобилизационная экономика – это экономика, которая работает по приказу. Это экономика, где решения о распределении ресурсов принимаются не на рынках путем совершения сделок, а органами, уполномоченными на то. Есть ли у нас такие органы? Есть. То есть вот эти точки созданы, они доминируют над всей экономикой? Нет. Нет. Пока размер российской экономики, валового продукта, позволяет существовать в параллели пушкам и маслом. Вот. Пока да. Да, но такая развилка есть. Либо мобилизационная экономика, либо рыночная. Она была и в прошлом году, да. И в этом. И мы ее прошли в 22-м пользу рыночной. Да, да, да. Что будет в 24-м? И где вот эта грань, когда можно свалиться в мобилизационную? Какие будут сигналы для этого? Что должно произойти? Для того, чтобы перейти от экономики, которая работает по соглашениям, по ценовым сделкам, к экономике, которая работает по приказу, нужно, вы не прослушайте, вот когда появятся приказы предприятиям переходить в государственную собственность, переходить под временное государственное управление и так далее, это будет заметно. Потому что сейчас же тоже есть, извините, пожалуйста, такие звоночки точечные. Конечно, потому что вот этот сектор в условиях военного конфликта, он, конечно, растет. Нельзя же утверждать, что у нас все так, как в 2011 году. Нет, конечно. Кстати говоря, с 2012 года начался рост, пошла государственная программа перевооружения и так далее, но прямо скажем, во времена военные рост, конечно, другой. Но он пока не перешел вот в это качество, когда во главе экономики стоят центры, которые приказывают экономике двигаться в ту или другую сторону. И честно я вам скажу, что, по крайней мере, в 2024 году я не вижу, что такое произойдет. То есть все может быть, но вероятность этого, на мой взгляд, не очень высока. Путин, комментируя рост оборонных расходов, сказал, что пушки за счет масла производить не будем. Пока то есть да. И социалка, и оборонка. А выдержит ли бюджет? Вы знаете, чего, на мой взгляд, бюджет не выдержит? У бюджета три задачи, каждая из которых первоочередная. Это социалка, это оборонка, и это строительство инфраструктуры для поворота на восток. Поворот на восток – это же не птичка в воздухе развернулась. Это огромные вложения в строительство газопроводов, хабов, железных дорог и так далее, и так далее. А, честно скажем, российский частный бизнес участвует в таких вещах только если основные деньги в государстве. Тогда ладно. Сам он на себя эту ношу не принимает. Вот то, что бюджету очень трудно будет выдержать все три задачи вместе, это да. Потому что боливар не выдержит троих в данном случае. Я сейчас объясню. Дело в том, что почему он выдержит двоих, хотя по Генри он и двоих-то не должен выдерживать. А у нас в нынешней модели такого, того, что я геополитическим социальным контрактом называю, да, такой размен, который предложен значительной части населения, что вот ваш статус, ваша принадлежность к супердержаве, которая решает судьбы мира, в обмен на лояльность, на то, что у вас могут падать доходы. Но дело в том, что пока нашли формулу совмещения поддержки оборонки и социалки. Смотрите, в принципе, конечно,
социальные цели в тех же промышленных регионах, они достигаются. За счет чего? За счет околовоенных расходов и прямых военных контрактов, и компенсаций, и вложений в оборонную промышленность, в оборонные заказы. Здесь социальные цели и цели оборонки, они как бы переплелись. Поэтому эта парочка, скорее всего, на хребте российского федерального бюджета усидит. А вот вложения в инфраструктуру, я не очень понимаю, как будут совершаться при этом. Не будут. Ну, я бы сказал, будет идти так называемый сдвиг вправо. То есть какие-то объекты намеченные будут говорить, ну, в следующем году. А это через 2 года. Mm-hmm. А это через 4 года. Mm-hmm. Но это же вопрос не национальной гордости, а того, как работает экономика. Потому что если вы хотите поставлять на восток и на юг, то у вас туда должны вести соответствующие коммуникации, которые надо строить. Вот это вопрос. Да, вот по поводу будущего и разворота на восток. Есть мнение, что российская экономика может перейти от южнокорейской к китайской модели экономической. Что это значит и почему это плохо для российской экономики? Во-первых, я думаю, сюрпризом для многих звучит то, что наша экономика южнокорейская. Потому что наверняка люди... Я-то с вами соглашаюсь. Это и моя точка зрения. Да, поэтому... Но для многих это станет сюрпризом, потому что скажут, как это? Южнокорейская одна из самых развитых экономик с хорошим валовым продуктом на душу населения, с технологическими компаниями. А у нас-то что общего с Южной Кореей, кроме того, что у нас тоже есть технологические компании? Я попробую объяснить. Действительно, развилки, они же разные бывают. Мы с вами пообсуждали развилку между... Мобилизационной рыночной экономикой, между различными вариантами стерилизации денежной массы, того, что при смещенном росте происходит, да. А есть еще выбор модели будущего. Потому что я думаю, что тут сейчас главная опасность. И здесь, я бы сказал, основная задача – отойти от края пропасти. Дело в том, что наша экономика уже лет 20 как напоминает экономику действительно Южной Кореи, в том смысле, что в основе экономики большие полугосударственные компании в Южной Корее, это чеболи, которым еще поручаются. А вот тут социальные задачи, а вот тут территории поднимайте и так далее, и так далее. Другое дело, что мы в этой южнокорейской модели реально живем, но мы ее не достроили и не используем. Так как Южная Корея, поэтому не имеем такого результата. Сместившись из модели скорее такой континентально-европейской, которая напоминала Германию, Францию, с большей долей государства, но при этом с большим количеством рыночных структур, мы сместились вот скорее в южнокорейскую модель. А что не достроили? Да много чего не достроили. От политических институтов, которые там по-другому работают. До использования культурного фактора, потому что, конечно, там это очень важно. Они научились использовать то, что иногда называют восточный фактор. Это долгосрочную ориентацию, готовность людей работать на будущее и так далее, и так далее. А мы пока не научились свои культурные факторы использовать. Они на нас срабатывают только в виде адаптации населения при сильном и внезапном ударе, как это было в 22-м году. Так вот, куда переходить-то? Потому что, да, вот у нас ряд выглядит как? Я думаю, что это как обычно, там у камня Витязь выбирает направо-налево прямо. Да. С одной стороны, европейская модель, которую мы вроде покинули, но все равно хочется. И я хочу сказать, что это нормально, потому что, слушайте, ну, конечно, мы Европа. Ну, нельзя же одновременно праздновать 350-летие Петра I, 300-летие империи, делать это все в Санкт-Петербурге, городе, который прибил как гвоздь
Россию к Европе, Европу к России, и говорить, а кажется, мы и вообще не европейцы, никогда ими не были. Конечно, Петровская дубинка нас вбила европейскую идентичность. То при дворе Ивана III, собственно, первого русского царя, говорили, придворный язык был татарский, а у Петра голландский, потом немецкий. Но разница-то, простите, конец 15 века, либо начало 18-го. Да? Вот, да, культурные сдвиги иногда происходят, но они занимают много поколений. Поэтому, конечно, мы европейцы, нас туда тянет. И руководители крупных российских компаний поглядывают на континентальную Европу, англосаксонская модель. Мы уже попробовали, она как-то у нас вот не так сработала, а вот-вот. Но я бы сказал, что вероятность того, что мы в эту сторону пойдем, она 10%. А вот вероятность, что мы пойдем в сторону китайской модели, ну, давайте я как оптимист скажу, что 40%, потому что в России всегда наивысшая вероятность, что сохранится статус-кво. Что вот как бы инерция, точнее говоря. Не статус-кво, а инерция. Ну, жили больше 15 лет в модели, похожей на южнокорейскую. Скорее всего, так и будем. А почему я считаю, что очень плохо уходить в китайскую модель? При том, что, по-моему, значительная часть людей во власти считают, что это хорошо. Ну, понятно, что их привлекает. Да, Китай показал замечательные экономические результаты. Правда, я бы сказал, что это заслуга не нынешнего руководства товарища Си, а это еще прежняя система, созданная Дэн Сяопином, работала. И те самые прибрежные провинции Китая, которые как раз проиграли на 20-м партсъезде и потеряли контроль над развитием. Но бог с ним, с Китаем. Меня там, конечно, гораздо больше занимает наша ситуация. Переход к китайской модели означает, с моей точки зрения, переход от авторитарного государства. Давайте кошку кошкой назовем. Ну, конечно. К тоталитарному. Вот очень многие это не различают. Я вам скажу, отличие очень простое. Если вы можете со своими детьми поговорить обо всем, то вы живете не в тоталитарном государстве. Если вы можете с друзьями за столом пообсуждать различные вопросы, в том числе политические, то это государство может быть не демократическое и авторитарное, но не тоталитарное. Потому что в тоталитарном государство залезает к вам в мозги, в вашу постель и в вашу религию. Советский Союз не был тоталитарным государством? Был. Советский Союз был тоталитарным... Вот послушайте, на кухне можно было разговаривать в позднем СССР. А при Сталине вы меня извините. Вот тоталитарное государство в сталинский период, это было, конечно, тоталитарное государство. Это один из аргументов, почему я считаю, что, слушайте, а зачем нам опять тоталитарное государство? Мы уже испили эту чашу. И, в общем, многие нахлебались, я бы сказал. Так да, вот, говоря. Китайская модель – это новая цифровая версия тоталитарного государства 21 века. Она недостроена. Но все основные элементы уже ясны. Они сейчас отозвали на ремонт систему цифровой социального индекса. Да, рейтинга, социального рейтинга. Но она опробована уже в Шанхае, Пекине, опробована, когда управляет поведением каждого отдельного человека. И многие во власти хотят туда. Я бы сказал так. Давайте, положа руку на сердце, скажем, что когда ковид начался, очень многие, думаю, члены правительств в самых разных странах тихо завидовали Китаю. Потому что, говорит, хорошо, когда можно цифровой скрининг, все видно, кто куда пошел. А в случае чего заварили подъезд, и все. Потом, правда, оказалось, что это не очень эффективный метод борьбы с ковидом, потому что потом все равно пришлось все отпустить, и эпидемия свой страшный урожай добрала.
Но мечта управлять поведением граждан – это, я бы сказал, недостаток любого правителя. Я боюсь, что много у кого такая тайная мечта. У нас же это становится темой обсуждения как перспективы, как модели. И поэтому я в непрерывных спорах с некоторыми носителями власти объясняю, например, региональным элитам, что вас просто не будет в этой системе. Вы что, не понимаете? Региональные элиты нужны для того, чтобы влиять на поведение публики, на поведение избирателя. А если прямой контроль над поведением, цифровой скрининг, все ясно, известно, сколько человек тратит там на вино, как часто он ходит к любовнице, все известно, и все это можно учитывать, стимулируя поведение, лишая его каких-то благ, предлагая ему какие-то блага. Ужасно. С моей точки зрения, тоже. Поэтому, но вы знаете, как экономист, я бы сказал, что то, что это не нравится в смысле вкусовом, это не так важно. Это, в конце концов, у кого какие вкусы. А вот мой прогноз экономиста состоит в том, что, во-первых, нет спроса в России на эту тоталитарную модель. Потому что признак очень простой. И мы его, я бы сказал, пощупали в ковидном 2020 году, сделали полевые исследования с российской венчурной компанией, Институтом национальных проектов, коллегами по экономическому факультету. Их была инициатива. Персональные данные. Потому что главный вопрос, я бы сказал, современности, чьи персональные данные? Вот в тоталитарном государстве они государственные. Россияне в подавляющем большинстве говорят, это мое, я дам подержать в случае эпидемии, там, криминальной угрозы, только ты верни, и еще право на забвение обеспечь. Моя эта тень, не отпущу в окошко в твое. А смысл как раз для тоталитарного государства собрать эти все персональные данные, потому что чем больше данных, тем лучше, так считается, будет развиваться искусственный интеллект. А это вопрос мировой конкуренции. Это вопрос контроля и над своими гражданами, и над чужими. Поэтому первое, что я говорю как экономист против китайской модели, что, слушайте, у вас люди этого не хотят. А это означает, что если вы будете это проталкивать и внедрять, у вас это будет получаться со страшным скрипом и огромными издержками. А второе, вы хотите от этого эффекта получить? Я могу предсказать, какие будут эффекты. Вот если говорить о прогнозе развития Китая, потому что он сейчас в этой модели, то, думаю, в ближайшие 5-7 лет он будет очень успешно двигаться, опережая западных конкурентов. А потом, я вам скажу почему. Потому что инновации появляются из того, что еще экономист Фридрих фон Хайек назвал «tacit knowledge». Знание, которое внутри человека сидит, которое не вытащишь. Короче говоря, инновации из автономного свободного человека появляются. Абсолютно. А если вы это дело зацементировали, то догоняющее развитие у вас получится. И Huawei сделал свои 7 нанометров, наверное, сделал. Но это догоняющее развитие. А вот принципиально новые поколения, боюсь, что будут рождаться, или радуюсь, все-таки от свободных людей, а не от винтиков в тотальной машине. За последние годы мы уже так привыкли к черным лебедям, и ковид, и война. Что, какой черный лебедь прилетит в 24-м? Вообще, как мы будем жить в 24-м году? А что же мы все время черных лебедей боимся? Потому что белые тоже существуют. Почему мы только черных ждем? Видите ли, правда то, что мы с 20-го года, с ковида, живем в другой исторической эпохе, которая очень напоминает то, что было 100 лет назад. Эпоху эпидемии, войн, революции. Поэтому может опять какая-то эпидемия прийти. Могут новые войны начаться. Мы видим, что развинтилась мировая система сдержек, противовесов, система безопасности. Но
Я бы про белки и беды тоже не забывал. Потому что, вы знаете, будьте осторожны в желаниях, они имеют тенденцию сбываться. Если мы все время будем подманивать черных лебедей, они нас прилетят. Рано или поздно съедят. Поэтому давайте думать еще о других возможностях, потому что я по-прежнему полагаю, что наше завтра хуже, чем наше послезавтра. Вы оптимист? Да, не отрицаю. У меня для этого есть основания, потому что вокруг меня все-таки растет это послезавтра. Хотя, я вам скажу, для этого, конечно, оно наступит, но каким оно будет, во многом зависит от нас, потому что, вы знаете, вот сейчас мы в этих условиях именно про послезавтра стали переделывать наши учебные программы. И не только потому, что искусственный интеллект – это сильная переделка, потому что люди, я бы сказал, должны быть по-другому образованы, поскольку правое полушарие, думаю, будет важно, чтобы сотрудничать с искусственным интеллектом. Поэтому кроме математики, экономики нужно искусство учить, там, стихи сочинять и так далее, и так далее. Но дело не только в этом. Мы стали делать программы, которые заставляют людей шире мыслить и, главное, думать о последствиях того, что они решают и совершают. Про это академик Тыркунов, ректор МГИМО, мне сказал: «А, Сан Саныч, вы хотите сделать социально озабоченных и социально озадаченных экономистов?» Я говорю: «Да, дорогой академик, отличная формула. Социально озабоченных и социально озадаченных. Потому что если мы не подумаем о воссоединении страны и нахождении вот такого общего результата развития, я имею в виду страну, разделенную в мечтах о разном будущем, в отношении к конфликту и так далее, и так далее. Вот если мы не найдем этих решений, то у нас и послезавтра будет так себе, а хотелось бы другого». Это был Александр Аузан и я, Марианна Минскер. А вы держитесь и подписывайтесь на телеграм-канал RTVI. Там много важного.